Бонжур, хеллоу, здравствуйте! Новый год близко. Друзья, дедлайны горят. Подарки, новогоднее меню, список гостей и прочие мелочи. Голова кругом. Потому-то мы и пришли на экраны, чтобы понизить градус предпраздничной суматохи. Вы готовы? Так, не вижу. Для начала выдохните, выпустите из головы все дурные мысли. Вот, так-то лучше. Теперь поехали. Вот анонс нашей сегодняшней программы. Свадебные приговоры. Что это такое и кто их исполняет? А Дед Мороз настоящий? Учим детей правильно просить подарки. В Национальном музее Республики Коми прошла презентация сборника «Русские свадебные приговоры» в архивных коллекциях 19, 1, 3, 20 веков. Приговоры – это особые стихотворения, которые традиционно читались на свадьбах. Сборник «Русские свадебные приговоры» – первое издание в нашей стране, где собрали приговоры из более чем 20 архивов разных регионов нашей страны. О том, как готовили сборник, узнала Мария Пермякова. Гляжу-ка я, ох, балахоны-то на вас долгие, шапки-то поповские. А не ваше дело-то по свадебкам гулять, да по будущим ходить. Яркая презентация – это итог продолжительной и интенсивной исследовательской работы. Юлия Крашенинникова долгих 10 лет изучала стихотворения, которые наши предки читали или приговаривали во время свадебного обряда. Оттого и название речей – «Приговоры». Произносили их в основном главные люди на любой свадьбе – дружки. Как правило, это были профессионалы. И всегда говорили, что без хорошего дружки свадьба может просто не состояться. Поэтому даже получалось так, что вот в округе могло быть таких профессионалов 1-2 человека, которые вот ходили от обряда вот из деревни в деревню, вели такие обряды. Проведение обряда, развлечение гостей и даже защита молодоженов от злых духов – все это входило в обязанности дружки. Он повязывал одно или два полотенца через плечо и бодро принимался читать свои уникальные приговоры. Определенные особенности речи дружки и затянули подготовку сборника. Некоторые отмечали, что его тексты были похожи на молитвы. Некоторые отмечают, что как будто это заговор. И вот видите, вот эти вот такие не очень четкие границы вообще жанра, да, поэтому они как бы обусловили то, что тексты попадали в разные рукописи и пришлось очень много смотреть не то что посторонних, а попутных других материалов для того, чтобы вот эти тексты найти. Только в одном архиве Юлия Крашенинникова могла изучить более 1000 рукописей, а ведь таких архивов были десятки в разных уголках нашей страны. Желание прекратить столь кропотливую работу, говорит Юлия, не возникло ни разу за 10 лет. Наоборот, автор строит планы на продолжение своего сборника уже на презентации первого издания. Как бы ни было грустно говорить об этом, но соседствуем мы с ковидом уже почти 2 года. 2 года, друзья! А все равно вопросов о нем, его лечении и профилактике осталось немало. Самые популярные вопросы мы задали тем, кто стоит на страже нашего здоровья и на передовой в борьбе с коронавирусом. Зачем людей заставлять делать прививки принудительно? Или у вас есть приказ на это? Но на самом деле никто людей не заставляет делать прививки принудительно. По поводу приказа, наверное, как бы есть законное право у главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации при ухудшении той либо иной ситуации проводить или требовать проведения прививок по эпидпоказаниям. Все вот сейчас сконцентрировались на ковиде. На самом деле прививки по эпидпоказаниям в Республике Коми проводились уже давно. Это прививки против тулеремии, против клещевого вирусного энцефалита. И никто не возмущался, что нужно. Мы достаточно долго убеждали, что необходимо привиться против того же энцефалита. Вот. Это тоже делается на основании постановления главного государственного санитарного врача, который издается в соответствии с федеральным законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Дед Мороз подарки принес. Этими словами утром 1 января тихим шепотом меня будила мама. Думаю, не меня одну. Какой же восторг вызывала эта фраза. Вы, наверное, тоже помните, как неслись к елочке, чтобы получить, наконец, долгожданные сюрпризы. А чего стоит обмен подарками в кругу семьи?
люблю Новый год. Но как же быть родителем? Отдавать Деду Морозу самые дорогие и долгожданные ребенком подарки или все-таки лучшие подарки дарить самостоятельно? Вот вопрос. А ответила нам на него психолог Юлия Першукова. Юлия, прямо сейчас начался бум покупок подарков для детей. И вот заметила такую тенденцию. Если в нашем детстве, я помню, что Дедушка Мороз под елочкой оставлял кулек конфет, и мы были этому безумно рады, то сейчас же дети пишут в основном в письме материальные желания, и родители покупают достаточно дорогостоящие подарки для детей. Вот правильно ли это? Ну, здесь сначала нужно отталкиваться от возраста ребенка. То есть если ребенок уже сам пишет, то мы берем младший школьный возраст, там, где дети еще пишут. Ну и некоторые подростки тоже могут написать. То есть в этом возрасте ребенок уже отчетливо понимает, что чаще всего функцию Деда Мороза ее выполняют родители. То есть и поэтому здесь задача, вот когда ребенок пишет письмо, чтобы он мог написать, а что еще? Вот, например, он пишет, хочу новый компьютер. А что еще бы ты хотела Деда Мороза? Например, мы можем с папой подумать о новом компьютере и сделать тебе такой подарок к Новому году. Что бы ты еще хотел? Да? Допустим, и ребенок может написать, не знаю, там, большой киндер-сюрприз. Может такое, допустим, Дед Мороз сделать, ну, такой сладкий подарок, возможно, уже может сделать. То есть, когда это младший школьный возраст, то, конечно, дети там уже понимают, что Дед Мороз это в основном выполняют функцию родителей. А вот если мы берем дошкольный возраст, то там дети зачастую еще сами не пишут, они могут только нарисовать. И здесь мы можем составлять эти письма вместе. То есть, зачастую здесь ребенок будет писать те подарки, те потребности, в которых воспитывается внутри семьи. То есть, например, опять же, если ребенок захотел двухколесный велосипед, то вы говорите, здорово, замечательно, ну вот давай мы с папой к лету тебе этот, либо вот к Новому году тебе такой подарок сделаем. А что еще, опять же, хотелось бы от Деда Мороза? То есть здесь мы помогаем ребенку найти ряд подарков, которые бы хотелось ему получить. Чаще всего дети называют сладкие подарки, да, там, допустим, шоколадку большую, если это маленький ребенок, да, или там много конфет. Ну вот, можем мы это попросить? Можем. И, соответственно, записываем или рисуем вместе с ребенком и отправляем письмо Деду Морозу. И тогда Дед Мороз на самом деле присылает, и есть вот этот кулечек, либо большой конфеты, либо кулечек с конфетами, который получает ребенок от Деда Мороза. То есть здесь в первую очередь задача родителей посмотреть вообще на систему ценностей внутри семьи. То есть если внутри семьи уже происходит такой большой акцент на материальные ценности, не на моральные ценности, например, там, поддержать, обнять, поцеловать, как знак внимания, то, конечно, вот эти материальные ценности, они с возрастом у ребенка будут усиливаться и возрастать. И потребности ребенка тоже будут усиливаться. То есть здесь задача, чтобы материальные ценности внутри семьи, они не были преобладающими. То есть все-таки внутри семьи преобладала ценность вот как раз любви, поддержки. И тогда с подарками сложностей не возникает. Юлия, а как вы считаете, до какого возраста можно положить подарок под елку ребенку? Я вам скажу, даже не только детям нужно класть туда подарки под елочку, даже взрослым. Мы, конечно, понимаем, что функцию, допустим, моего Деда Мороза уже выполняет супруг, но от этого мне не менее интересно заглянуть под елочку и найти свою коробочку. Точно так же, как и ребенку, и супругу. То есть мы продолжаем это выполнять, просто когда мы становимся старше, и ребенок, когда становится старше, он понимает, что волшебники на самом деле это сами люди. И они совершают это волшебство, когда оказывают друг другу внимание. Не только тем, кто, с кем живут, но и соседям, допустим, да, сделать приятный какой-то открыточку и повесить на дверь с новогодними поздравлениями. То есть независимо от возраста, каждому человеку приятно получать, приятно находить подарочек, независимо от того, сколько он будет стоить. Это будет просто открытка, или это будет мандаринка, или это будет кулек конфет. То есть в любом возрасте получать приятные подарки, находить их под елочкой, каждому будет приятно. В общем, настроение создаем сами. Друзья, правильно выбирайте подарки. Юлия, вам спасибо и с наступающим Новым годом. Спасибо, с наступающим.
На Руси чаепитие было самым настоящим праздником. В купеческих семьях было принято пить чай из блюдечек. Считалось, что так он быстрее остывает. Гостей стали приглашать на чашечку чая, и, конечно, чашечкой никто не обходился. На стол ставили начищенный до блеска самовар. Выставляли лакомства, и за душевной беседой чаепитие на Руси продолжалось несколько часов. Еще немного о самоварах в нашем следующем сюжете. Этот шестиведерный самовар подарен в годы Великой Отечественной войны тульскими рабочими колхозу «Красный партизан» села Межадар в знак благодарности за посылки с продуктами и теплыми вещами. Весной 1942-го в стране развернулась масштабная кампания по оказанию помощи жителям освобожденных от фашистов территорий. Не осталась в стороне и наша республика. На митинге в колхозе «Красный партизан» под руководством председателя правления Ивана Еримова люди решили: не пожалеем своих сбережений и сил, и оперативно собрали деньги, одежду, продукты, среди которых было и 213 килограммов сливочного масла. Всего из Коми АССР в Тулу прибыло 45 вагонов с товарами первой необходимости. Такое количество вагонов не случайно. Ровно столько дней героически оборонялся этот город. В конце 42-го в республику привезли посылки уже от туликов. Межадар получил самовар, которым жители села очень гордились. Он стоял в красном уголке колхозной конторы. Раздували его в праздничные дни. По традиции в самоваре сначала варили яйца и угощали ими детей. По особым случаям тульский подарок вывозили в другие села, даже в Визингу на партийные конференции и массовые гуляния. В 1976 году межадарцы передали самовар в Национальный музей республики. Это наша история. Мы и прошли половину нашего пути. Дорожка протоптана. Впереди еще немало информации, но к ее изучению приступим немного позже. А пока отдохните. Увидимся. Земляки, а вот и мы. Путь к знанию тернист. Это факт. Но мы можем сделать его позитивнее, ведь главное – подача. А подавать в развлекательной манере – это наше. Ладно, не буду болтать, давайте лучше посмотрим, что нас будет ждать в следующей эфирной 10-минутке. Оттенки зимы. История о том, как закат украсил небо. Гимнастика для стоп. 15 минут, и ноги снова бодрячком. С Бали в Коми. Влада Марарь о жизни на юге и севере. Ошибется тот, кто скажет, что зима всегда белая. Ведь у этого времени года оттенков много. Это и румяно-красные от мороза щечки, и зеленые елки. А закаты-то какие фиолетово-красные! Не верите? Тогда взгляните на эти волшебные фотографии. Устроены для бега босиком по естественным поверхностям. Вместо этого изо дня в день мы фактически сковываем свои ноги обувью, гораздо больше отражающей очередные веяния моды, нежели потребности наших ножек. И кому не знакомо это чувство боли после долгого дня на работе или физических упражнений? Дискомфорт в ногах терпеть нельзя ни в коем случае, а избавиться от него поможет гимнастика. Внимание на экран! Сегодня мы с Евгенией покажем вам 10 упражнений для здоровья стоп. Первое упражнение в гимнастике для стоп – это надо подняться на носочки, зафиксироваться на 2-3 секунды, напрягаем икры, опускаемся. Так повторяем 10 раз.
разминаем мышцы стопы и фасции стопы. Фасция прикрепляется к пяточке. Второе упражнение. Надо пальчиками захватывать пеленку. Вот таким образом. Тоже можно делать 10 раз по 3 подхода. Для следующего упражнения нам нужны мелкие предметы. Что у вас есть под рукой, мы рассыпаем эти предметы. И надо пальчиками стоп собрать эти предметы в коробочку. Для следующего упражнения нам понадобится резинка для фитнеса. Надо сесть на стул. Почему эти упражнения мы делаем сидя? Нам надо, чтобы работали только мышцы стопы. Не бедра, не колени, а мышцы стопы. Здесь работает мышца, которая прикрепляется от большого пальца к пятке. Мы разрабатываем вот эту мышцу. Для последнего упражнения понадобится нам такая платформа. Можно взять книгу, либо специальный кирпич для йоги. Это упражнение полезно для тех, у кого по утрам болят пятки. То есть пяточная шпора, либо по-научному плантарный фасциит. Мы будем растягивать фасцию стопы. Надо встать. Можно пока одной ножкой. В такое положение на носочек встаем. Здесь у нас растягивается фасция, которая прикрепляется к пятке. И тоже работают глубокие мышцы голени и икроножная мышца. Вот таким образом чуть-чуть покачиваться. Тут напрягаются вот эти три мышцы. Делайте эту нехитрую гимнастику каждый день. Берегите себя и свои ножки. Любите ли вы путешествовать? Я лично очень. Особенно нравится изучать нашу республику, ведь посредством таких поездок раскрывается быт наших бабушек и дедушек. Среди нас есть и те, кто исследует мир. Совсем недавно наша землячка Владислава Марарь вернулась с острова Бали. Там она прожила 1,5 года. Влада занимается фотоискусством, и сегодня у нас есть шанс узнать, как всегда, выглядеть удачно в кадре. Влада, привет, рада видеть. Привет, я тоже очень рада встретиться. 1,5 года на Бали. Вернулась в республику Коми. Расскажи, почему, как оказалась на Бали? Историю. Ну, во-первых, мы ехали туда не на такой длительный период. Мы рассчитывали на зимовку, на 2-3 месяца, но случился локдаун, остров закрыли, и было очень сложно оттуда выбраться. А так как в России тоже был локдаун, мы приняли решение, что будет лучше прожить это время в тепле, под солнышком и среди всяких пальм. Но сейчас ты живешь не в Коми. Нет, я сейчас живу в Кирове, но часто сюда приезжаю. В Кирове. Ты сама уроженка какого села, деревни? Я из Устюнского района, поселок Лешор. Ничего себе. Ну, согласись, наверное, приятно приезжать каждый раз. Эти родные места, лес бескрайний. Я согласна с тем, что по возвращению сюда всегда чувствуется, что я дома. И всегда вот это ощущение того, что ты вернулся на свою родину, оно всегда присутствует. Не тоскуешь среди елок и снега по теплому острову? Ну, конечно, тоскую. Я до того времени, как я уехала на Бали, я чувствовала, что я действительно сибирячка. И зима, и холод, и минус 30, и минус 40 – это привычная для меня температура. Но, побывав там, я поняла, что нет, я все-таки южная. Мы уже отметили, что ты занимаешься фотоискусством. Инстаграм. Как способ продажи? Это сейчас очень актуально, я правильно понимаю? Да, конечно же. Через Инстаграм можно реализовать абсолютно любой товар или любую услугу, потому что это та площадка, которая собирает людей по интересам, по группам. И, соответственно, можно реализовывать на ту аудиторию, которая заинтересована в твоем товаре или услуге. Кому стоит вообще Инстаграм развивать? Всем, абсолютно всем. Это та социальная сеть, которая плотно вошла в нашу жизнь и без которой уже практически ни компания, ни какой-то личный бренд не может так быстро вырасти и так быстро набрать свою популярность, либо аудиторию, либо как-то увеличить свои продажи и привлечь новых людей. Как правильно сделать красивый, правильный вот визуал? Угу. Ну,
со своими клиентами, либо с теми, кто интересуется, я предлагаю сделать такую штуку. Нужно собрать мудборд из 20, 30, 50 фотографий, которые вам нравятся, которые действительно олицетворяют ваше видение прекрасного, которые про вас одно и то же. Собрать этот мудборд, выписать тезисно, почему вас это интересует, почему вам это нравится и почему вы хотите быть похожим на этого человека или на этого персонажа, который живет такую жизнь, делает такие фотографии. И после этого сделать такое маленькое резюме, что мне нужно сделать, как мне нужно жить, чтобы в моей жизни были такие же красивые локации, например, или такие красивые наряды, или такая яркая, насыщенная жизнь, чтобы непосредственно транслировать ее через социальные сети. Потому что просто маленькой красивой картинки недостаточно. Нужно быть ярким, интересным той аудитории, которая в тебе увидит личность и будет уже с тобой, как с другом, наблюдать за тобой и посматривать твои фотографии. Хорошо. Я вот как пользователь Инстаграма замечаю, что очень многие люди, они скатываются, так скажем, в одну степь. То есть у них одинаковая обработка фотографии, одна даже история. То есть когда все хорошо, ничего плохого не происходит. Вот вы как профессионал, как думаете, интересно ли людям наблюдать за настоящей жизнью? То есть и за провалами, например, тоже, и за какими-то неудачами. То есть нужно ли всегда транслировать только хорошее? Ты правильно заметила, что сейчас настолько много вот этого успешного успеха или красивой жизни, которую люди транслируют. Но на самом деле идет тенденция к тому, что люди как можно больше прилепляются, ищут тех людей, которые про жизнь, которые про них, которые делятся опытом, какой бы он ни был, положительный, отрицательный, либо какие-то победы, или наоборот, минусовые ситуации в жизни. И тем самым люди перенимают этот опыт, и получается такой некий энергообмен. Я смотрю на тебя, ты мне нравишься, ты классный, да, сегодня все хорошо, завтра ты рассказываешь какую-то плохую ситуацию, рассказываешь, как ты ее преодолел. Тем самым происходит такой некий коннект, и люди дружат с друг другом. Поэтому обязательно нужно быть искренним, нужно быть самим собой, нужно рассказывать о том, какая твоя жизнь, не только хорошая, но и не очень, потому что именно это цепляет сейчас аудиторию и привлекает пользователей подписаться на вас, стать вам ближе, стать вам другом, вашим подписчиком. Влада, спасибо вам большое за краткий экскурс в мир Инстаграма. Было очень приятно пообщаться. Благодарю, что позвали. Спасибо. За окном снежок, морозец, щечки щиплет. Хорошо, но там, где солнышко, тоже неплохо. Ходишь себе в шортах да футболках, с животными экзотическими здороваешься. Sorry, Jim. My sister just gave me that. На этой ноте мы заканчиваем наше позитивное погружение. Отлично провели время. Увидимся уже совсем скоро, а пока мне остается пожелать вам еще больше хорошего настроения, мягкого снежочка и крепкого здоровья. Чао, Республика!